Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Ну вот, наступило время, когда можно расставить точки над «и», и действительно каждому из вас для себя и для окружающего мира показать, дееспособный вы человек или нет. В этом видео будет дана конкретная информация о сути. Поэтому досмотрите этот ролик до конца, кому интересна эта информация. Я продолжаю. Итак, если вы помните, то несколько видео назад, а именно в одном из видео обращения «Почему молчит Следственный комитет», я говорила о том, что должны найтись три активных человека в среде фанатов, поклонников Юрия Шатунова, которые бы нашли юриста, которому, возможно, надо будет заплатить для того, чтобы он составил грамотное обращение в Следственный комитет и прокуратуру. Кто смотрит мой канал регулярно, они помнят эти слова. Это мое такое обращение к зрителям. Может быть, найдутся активисты. Так вот, по всей видимости, такие активисты находятся, потому что я заметила, что есть группы, которые уже собирают подписи для обращения в Следственный комитет. Да, не всегда это идет быстро и хорошо. Я вижу по комментариям о том, что люди боятся подписывать, оставлять свои подписи, шугаются чего-то. Но речь сейчас не об этом. Дело в том, что нашелся такой юрист, который безвозмездно составил такое обращение. Я очень благодарна этому человеку. Юристы не любят светиться, но давайте пошлем нашу мысленную благодарность этому светлому человеку, который согласился в свое нерабочее время, потратил свое драгоценное время, свои знания юридические для того, чтобы составить грамотно это обращение, потому что многим не хватает именно этого грамотного составленного обращения, потому что я знаю, что многие бы сделали действие, но не знают, как это правильно и грамотно сделать. Так вот, такая возможность появилась у поклонников Юрия Шатунова, у зрителей моего канала, тем, кто неравнодушен к этой ситуации, к невыясненным обстоятельствам гибели, кто считает себя человеком дееспособным, способным на поступки, то бишь, который не трусоват, потому что трусы не играют в хоккей, как известно, которые трусы, они не на светлой стороне, они в серой зоне, и если доведется, то они переметнутся к темным, потому что они трусы. Поэтому мое обращение, безусловно, к смелым людям и к светлым людям, таким, как Юрий Шатунов, к тем людям, которые берут пример с Юрия Шатунова, который всегда держал свое слово. Вот сейчас у вас, у подписчиков, которые мне писали, вы нам дайте, а мы вот это сделаем, вы нам подскажите, а мы вот мы сделаем это обязательно. Так вот, у вас сейчас есть такая возможность. Итак, в этом видео я вам представлю документ, который составила юрист. Сначала я думала это не делать в открытом доступе, но поняла, что результат будет практически нулевой, поэтому надо показать в открытом доступе. Я покажу файл, письмо, которое она составила, юрист. И задача в том, чтобы вы скачали этот файл в двух экземплярах, скачали, отксерили его, чтобы он был в физическом носителе на листах бумаги, подписали его и отправили по двум адресам – в Следственный комитет и в прокуратуру. Все адреса находятся в самой шапке файла, то есть самого заявления. Это заявление о рассмотрении невыясненных обстоятельств дела, заявление в Следственный комитет и в прокуратуру. Что еще я хочу сказать, что не надо бояться этих поступков. Многие шугаются, как не знают чего, боятся сами не знают чего, собственной тени. Дело в том, что Следственный комитет, прокуратура, другие органы власти, они являются юридическими компаниями, которые существуют на бюджетные наши народные деньги. И они обязаны выполнять свою работу. У них в уставе написано, что они оказывают услуги обществу. Я это показывала в фильме «Почему молчит Следственный комитет». Кому непонятно, посмотрите этот фильм, и вы увидите, я там в прямом эфире показываю ННН и коды деятельности Следственного комитета о том, что это есть юридическая коммерческая компания, которая оказывает услуги обществу. Там прям так и написано. Но если общество не заказывает услугу, то услуги и нет. Понимаете? То есть если мы не пишем
не пишем никаких заявлений, требований о рассмотрении дела, обстоятельств смерти Юрия Шатунова, соответственно, и нет никаких действий. Поэтому бояться не надо взаимодействовать с этими структурами. Не надо бояться того, что за вами кто-то будет бегать и следить. Это вообще смешно. Никто не будет ни бегать, ни следить. Почему я предлагаю писать именно в физическом варианте Почты России, отправлять с уведомлением? Потому что по электронке они могут проигнорировать. У меня такие случаи были, когда я писала, и эти письма электронные, они просто терялись, ну, либо шел игнор. А вот когда письмо в физическом варианте через Почту России с уведомлением, то есть надо обязательно взять уведомление, заказанным письмом с уведомлением, то оно поступает, и они обязаны его зафиксировать, принять и рассмотреть. И обязаны ответить именно по своему уставу. То есть они обязаны обязательно что-то ответить. Даже если это будет отписка какая-то там, что вот что-то могут, что-то не могут, неважно. Отрицательный результат – это тоже результат. О чем еще предупредил юрист? О том, что полгода всего хранятся анализы и соскобы тела. Вот то, что брали патологоанатомы, для Следственного комитета они хранятся полгода. Вот смотрите, 3 месяца уже прошло. Если пройдет дольше и все это затянется, и не будет этих обращений, то возбуждать дело и вести его будет еще сложнее. Поэтому надо торопиться. Еще раз призываю не трусить, не становиться овцами, проявить свою гражданскую сознательную позицию, свою дееспособность, уважение к самому себе, о том, что я человек, и я могу, да, взять это дело и отправить, просто написать, отправить, подписаться, отправить Почтой России, и можно продублировать электронной почтой. И обязательно с уведомлением Почты России, обязательно, чтобы вы знали, что письмо дошло. И вам должен прийти ответ. Пускай таких обращений будет много. Потому что если это мало, безусловно, это тоже будет что-то работать, как-то решаться. Но они не будут шевелиться, потому что у них и так сейчас огромный напряг в связи с военной операцией. Очень много работы. Еще я хочу сказать, что не надо бояться взаимодействовать с этими государственными, ну, скажем так, управляющими или временно замещающими государственные органы структуры на территории Советского Союза, потому что там работают такие же люди, там очень много нормальных, хороших, порядочных и умных людей. Может быть, на верхах, я не знаю, там сильно коррумпированные, но люди низших рангов, обыкновенные люди, работники, там очень много действительно нормальных, хороших, честных, порядочных людей. И среди судей, и среди приставов, и среди полицейских. Говорю, потому что лично с этим сталкивалась. Есть, безусловно, и люди нехорошие. Но, наверное, их все-таки меньше. Потому что если бы их было больше, то мира бы уже давно не было. Так, еще раз. Поняли меня, мое обращение? Значит, далее. Сейчас я показываю сам этот файл. Итак, он на 10 страницах. Шапка. Здесь надо поставить свои инициалы. Но я бы поставила как человека и ОФ, имя, отчество, фамилию, регистрацию, адрес регистрации. Далее. Первая часть – это само заявление о проведении проверки. С этим вы ознакомитесь, когда скачаете. Вот. Вот это начало, его менять не нужно. Далее, вот у меня имеются сомнения в естественных причинах смерти известного исполнителя, которые достаточно обоснованы в связи со следующим. И далее юрист подготовил информацию нестыковок, подготовил ссылки. Это довольно большая по объему информация, вы ее можете сократить или что-то наоборот свое добавить, но старайтесь все-таки выдержать этот стиль, потому что он грамотно составлен. Вот со всеми ссылками на источники, вопросы задаются. Задаются вопросы, ссылки. И далее в конце завершение. Вот прошу, это тоже желательно не менять.
провести по настоящему заявлению повторную проверку судебно-медицинской экспертизы отобранных биологических образцов Юрия Васильевича Штунова, также захороненного праха, не уничтожать образцы до установления достоверных причин смерти известного певца. Вот это вот главное. Не уничтожать образцы. И при наличии признаков преступления возбудить уголовное дело. Постановление об отказе возбуждения уголовного дела, если они ранее выносились по факту проверки смерти Шатунова Юрия Васильевича, отменить. Материалы ранее проведенных проверок приобщить к материалам проверки по настоящему заявлению. О принятом решении и результатах проведенных экспертиз прошу меня уведомить по адресу. И пишите свой адрес. Вот этот файл, он у меня на странице ВКонтакте, в группе «Искажение истории». Далее я дам его под видео на Яндекс.Диск, ссылку. Если будут ссылки бить, мне такое бывает, и, скажем так, ссылка не работает, то я их буду поправлять, менять и снова оставлять, в принципе, под каждым новым видео, прикрепленном комментарии или под самим видео. Поэтому вы найдете всегда этот адрес к этому заявлению, если захотите проявить участие в этом вопросе. Таких заявлений должно быть много для того, чтобы Следственный комитет действительно обратил внимание и начал работать, то есть оказывать услуги обществу, как у них прописано в видах деятельности. Обратный адрес, то есть вот когда мы делаем по Почте России, посылаем, то с уведомлением они... Эти письма попадают в канцелярию, они фиксируются, они проходят фиксацию, их регистрируют, их рассматривают обязательно, и обязательно будет ответ, то есть будут приходить ответы. Даже если это будут отписки не по существу, то мы будем предпринимать следующие шаги, уже исходя из этих отписок. Возможно, что-то нам скажут по существу. Если нам скажут, что ничего там такого нет, то мы будем продолжать дальше писать и действовать дальше уже исходя из следующих шагов. Но сначала они должны ответить по существу. Очень может быть так, что не ответят по существу. Почему? Потому что, как я полагаю, дело не только в исполнителях, собственно говоря, вот этого. Там задействована более серьезная мафия и более серьезная крыша, так вот, сленгом таким. Поэтому это все замалчивается, забалтывается. И обратите внимание, на похоронах не было ни звезд. Они просто молчат все в тряпочку. Обычно они пиарятся, они любят похороны, они туда приходят, они там, потому что там газеты, там СМИ, там репортеры их снимают, они обязательно посещают все такие пышные похороны. А тут никого из них нет. Они просто либо боятся, что-то знают, почему их никого не было. Молчат все СМИ, как в рот воды набрали. Поэтому дело остается за народом. Именно за народом, а не просто за болтунами, которые разные комментарии пишут. Иногда по делу, а иногда просто какие-то идиотские комментарии. Может быть, именно тролли и заказные какие-то комментарии именно для того, чтобы размывать это дело. Поэтому вот, пожалуйста, есть возможность совершить поступок. Простое совершенно дело. Не требует никаких особых затрат. Не надо никому ничего платить и собирать. Я думала, что придется как-то собирать на юриста. Вот юрист согласился безвозмездно нам помочь и дальше тоже подкорректирует. Поэтому благодарю этого человека, благодарю всех, кто участвует в этом деле, благодарю всех, кто собирает подписи, это отдельно. Кто-то, я видела, стал писать даже в больницу Домодедовскую, требовать расследования ответа от Осипова. И там тоже отписки приходят, но это тоже очень интересный и правильный шаг. То есть их надо всех трясти, они обязаны отчитываться перед народом. Не перед населением, они не будут отчитываться перед населением. Вот здесь вот тоже желательно поставить и ОФ. То есть записать себя как человек. Имя, отчество, фамилия. Они будут отчитываться перед волей человека, перед волей народа. А воля народа – это закон даже по Конституции. Поэтому смелее скачивайте этот файл, заполняйте его своими реквизитами, отправляйте по Почте России с уведомлением. Параллельно можно по электронной почте. Ждите ответа и будем действовать дальше. По крайней мере, это какой-то реальный шаг. Да, и еще эти обращения должны быть именно сейчас сделаны, чтобы не прошли сроки давности хранения тех самых биоматериалов. Потому что они могут сказать: ой, у нас ничего нет, время прошло, ничего не знаем. Поскольку письма будут
Сейчас только 3 месяца прошло, и письма будут отправлены этими числами. То есть не растягивайте, не ждите, когда это будет прям вот скачали сегодня, завтра, вот в ближайшее время отправляйте эти письма. Их должно быть очень-очень много. И тогда уже не получится у них затянуть это время, потому что они могут тянуть где-то месяц, не отвечать. Это у них по регламенту. Еще все равно 4 месяца остается для официального хранения анализов. Вот каким-то таким образом давайте поступать. И давайте посмотрим, что будет дальше. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на мои каналы, на телеграм-канал, на канал Дзене. Будет много важной, полезной и интересной информации. И прошу прощения у своих подписчиков основного канала по поводу Москвы допотопной, исследования. У меня действительно очень много материала, но сейчас вот это в приоритете. Просто физически я не успеваю делать фильмы по другим накопленным исследованиям, открытиям, которые у меня есть. У меня даже есть сенсационные открытия, но пока это дело в приоритете. Давайте его хотя бы вот до какого-то логического, но сдвинем с мертвой точки. Не просто будем болтать в интернете, а сделаем какие-то реальные поступки. Благодарю всех, кто, я уверена, что будут люди, которые это сделают. И я заранее вас благодарю. Всех вам благ. Вообще всем зрителям всех благ. Ну а тем людям, которые будут действовать, то есть человеку с большой буквы, человеку, который на светлой стороне, который действительно хочет сделать какое-то действие, защитить честь и честь Юрия Васильевича Шатунова, человека светлого, человека, которого неправедно убрали из жизни. Я подбираю слова, потому что не все слова можно говорить в интернете. Я считаю, что это дело совести и чести каждого порядочного человека. Давайте это сделаем. Благодарю за внимание. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ. До свидания.